Сегодня у нас на ужин национальное черкесское блюдо – щипс. И буквально через 3 минуты оно будет готово. На кухне Зарема Червонная чувствует себя так же уверенно, как и на сцене. Все-таки родилась в Кошхабле, плюс мама с малых лет учила быть хозяйкой. Но и сцена манила девушку. Поэтому она сначала окончила музыкальную школу, потом колледж, а затем и консерваторию по классу эстрадно-джазового вокала. Глубокий голос Заремы впечатлил не только нашу съемочную группу, но и организаторов конкурса «Новая звезда», которые из длинного списка претендентов выбрали именно ее. Теперь Зарема Червонная официально будет представлять родную Карачаево-Черкесию на этом всероссийском конкурсе. Я позвонила маме, говорю: «Мама, сядь, меня будут показывать по телеку». Потом сестре: «Сестра, сядь, меня будут показывать по телеку». Это не передать, какие эмоции, потому что для меня это первый телевизионный конкурс будет. Я не знаю, что меня там ждет, но эмоции переполняют просто невероятные. Мама Заремы, на первый взгляд, волнуется даже больше, чем дочь. Но, конечно, уверена в ее силах. Знает, что все получится, и стремление к сцене, что жило в дочке с малых лет, воздастся по полной. Она с малых лет поет, да, у нас соседи все знают, как они поют, они концерты платные давали, у нее же еще сестра есть, брат, вот они втроем могли и еще двоюродных привлечь на концерт, у них была программа, все как положено, с рекламами, ну вот как у взрослых. Сейчас Зарема усиленно готовится к выступлению, запись которого начнется уже в начале декабря. По условиям шоу она не может говорить, с какой песней там выступит, но обещает, что это будет яркая и запоминающаяся композиция. А еще девушка очень надеется на поддержку своих земляков, которая для нее очень важна. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архыз, 24.